Место проведения заседания сторонников партии «Единая Россия» выбрано не случайно. Спорткомплекс «Абакан» – это гордость не только города, но и всей республики. Спортивное сооружение по многим показателям уникально для Сибирского федерального округа. Николай Булакин рассказал об этапах строительства учреждения, о текущих проектах и о перспективах развития города. «Абакан» можно ставить другим муниципалитетам в качестве образца для подражания. Конечно, бюджеты у городов Хакасии разные, но принципы работы администрации, стратегическое планирование можно перенять. Мы рассматриваем опыт, как проводятся такие проекты, что для этого надо. И здесь представители Таштыпского, Ширинского, всех районов и городов республики, которые впитывают вот эту технологию общественную, опыт, как это делается, как продвигаются вот подобные проекты. Совет сторонников партии – это более 6 тысяч человек по всей республике, и это не только представители власти. Среди сторонников – индивидуальные предприниматели, руководители общественных организаций и объединений, военные, блогеры и журналисты. Для всех собравшихся конференция – это не только возможность подвести итоги года, но в первую очередь решить текущие вопросы и проблемы. Хочу сказать о том, что это возможность как раз увидеть все районы. Иногда у нас есть предложения или какие-то вопросы, то есть это все эти вещи обсудить. Ну и самое главное, на этих мероприятиях очень много делятся опытом. На конференции подвели итоги конкурса на лучший местный координационный совет сторонников партии. По критериям конкурса учитывались работа с общественностью, с молодежью, количество проведенных за год мероприятий и ряд других показателей. По итогам конкурса лучшими были признаны сторонники партии из Саяногорска и Алтайского района. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.